Всем добрый вечер. Клуб «Турбостроитель». Ветераны тренируются. Сегодня покажем с Антоном два варианта использования подсечки как контрприем. Когда партнер лезет на заднюю подножку, да, и где-то что-то недоработал, рукой недоработал, или ногу правильно не поставил, не доставил правильно, вот здесь мне уже ничего не сделать. Если же он лезет ногой и уж не подготовлен, то встречаем дальней от него ногой. Подсечки не хватает, видите, нога смотрит вот туда. А если же в момент его подхода я ногу поставил вот туда, куда будет подсечка делаться, туда получается мне удобно высекать левой ногой. И еще, я не стою прямо, потому что сейчас меня сломает. Да. Я немножко приседаю вниз. Раз, движение. Тихо присел, первое движение дальнюю высекаю. И второе движение, когда партнер вкручивается, бросок, там спина, плечо, я его не пускаю в бросок, он вылетает, делаю на выходе, вот отсюда, он выбегает. Раз, два. Лево остановил и догнал. А в этом движении ключевой момент, что я догоняю его опорной ногой. То есть я его встретил, он уходит, я догоняю, высекаю. На месте может не получиться. Я его остановил, он быстро выскакивает, я уже в пустоту ложу. Если я подшагнул, я догоню то, что мне надо. Внимание на правую ногу. Я его остановил. Иду в сторону, куда он должен уйти, свободной ногой подсекаю чередочек. Остановил, шагнул и высек на выходе. Ну, вот такое хорошее движение, которое не раз выручало. Удачи, спасибо.